Всем ку. Ну что, поиграем сегодня с вами в проект Forest. А точнее, это вторая часть, я так понял. Называется «Сыновья леса». Так, что нам нужно будет тут делать? Честно, я без понятия, я первый раз играю в эту рольку. Здорово, нормально. Как ты? Что с тобой? Что случилось? Рассказывай. Кто тебя обидел? Кто ты у нас? Келвин, да? Либо Кевин. Будешь Кевином. Так, ага. Прям варенье, да? Через уши полезло, понял. А вот это не надо было в одиночку кушать. Так, на чем это? А, по поводу проекта. Да, это как его. Я ни разу в нее не играл. Единственное, что я знаю, что здесь есть зомбаки. То, что здесь мы сможем с вами строить дома. Выживать, добывать еду и пытаться, по-моему, разгадать тайну, кто нас все-таки сбил и зачем мы сюда прилетели. Так, что тут? Иди за мной, возьми палки, построй, стой, сделай перерыв, давай, сделай перерыв. На. Сделай перерыв, отдохни. Так вот. Будем, наверное, с вами разгадывать здесь тайну, кто нас все-таки подбил и зачем мы прилетели с вами на этот остров. Что здесь вообще происходит? Я не знаю, нужно ли было мне перед этим поиграть в первую часть, чтобы понять суть второй. Либо это как идет как отдельная игра. И неважно, играл я в первую часть, либо не играл. Так, чтобы открыть инвентарь, нажмите Tab. Да-да-да. Слышь, а ты куда пошел? Алло, 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 алло. Стой, 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 ты куда? Не-не-не, следуй за мной. Ты гляди, ушло она куда-то. Не-не-не-не-не, погоди. Мне еще не хватало тебя потерять. Так, а можно не брать это в руки предмет? Как его убирать? Как-то мы с вами убрали... Так вот, не знаю, нужно было играть в первую часть, либо можно спокойно играть и в эту. Я не знаю, нужно ли здесь начинать строиться, или нужно мне искать какое-то там убежище, или все, что с этим связано. Хорошо, наручные часы. В принципе, больше нету ничего, да? Так, а ты, братюня, понял, а ты, братюня, у нас отдыхаешь, спишь, хорошо. Давайте нажмем Tab, переместить предмет на коврик, чтобы открыть и... или скомбинировать их. Хорошо. Так, что это у нас с вами? Сухой паёк. Бухлишка. Так, рюкзак. У нас с вами есть рюкзак. Сухой паёк. Все. Нажмите на шестеренку, чтобы открыть тревожный чемоданчик. Давай. Чито у нас тут есть. Ля, какая бабочка у нас. Привет, бабочка. Так, у нас здесь с вами GPS-трекер, боевой топор, зажигалка, путеводитель. Так, что у нас в путеводителе? Давайте смотреть. Угу. Палатка, костер, палашки, базовый пол. Угу. Понял. И доски, да, нам нужны. Лестница. Рампа. Нажмите X, чтобы переключиться. Так, охотничье укрытие. Хорошо, небольшой. Древнический дом. Ля. Ага. Прикольно. Сюда мы материалы, да, потом с вами приносим. Отлично, отлично. А как мне отменить тебя? Во. Дальше что у нас тут здесь? Дом на дереве, платформа на дереве. Кровать из палок, стул, хранилище палок. Дорожка из камней. Дорожка из камней, это, конечно, хорошо, да. Капканы.
Ладно, давайте мы, наверное, с этим потом разберемся, как мне отсюда выйти, что мне нужно нажать. Что мне нужно нажать, чтобы отсюда выйти, понял. Так, что у нас тут еще с вами есть? У нас где-то был с вами GPS-трекер. Во, это что такое? Это что такое у нас? Это у нас... Что это за подкова? Это типа пещера или что это? Либо это Супермен, вертолет, что это такое? Так, идем за мной. Идем за мной, только давайте, наверное, возьмем с руки топорик. Честно, без понятия, что тут нужно делать. Как тут нужно выживать? Но главное, что мы разобрались, как мы можем строить. Так, что это за место такое интересное? Это снизу или сверху? Это типа вход в пещеру или что это? Или где? Или как? Ля, вход в пещеру. Слышь? Где ты, Кевин? Алло, Кевин, ты где? Иди ко мне. Ну, иди ко мне, давай. Не бойся. Во, умничка, идем со мной. Идем со мной, желательно ты впереди. Можешь идти. Так, у нас даже ящик далее. Так, у меня первый вопрос для того, кто будет это смотреть, кто в это играл и кто знает. Мне нужно ли строиться, ну то есть строить свою базу в определенном месте или могу делать там, где я захочу, к примеру. Или что, или где? Так, нажмите Е, хорошо. Окей, окей. Ой, как она лагает. Так, а нас тут не ловит ничего, да? А как нам сделать? Так, зажигалочку. Бум. Та ты шоля. Слышь, а где Кевин? Кевин? Падла бросил меня, да? А я могу тут строиться или не могу? Так, я что-то нашел, что-то нашел. Наручные часы. Так, это что такое? Консервная банка или... Ага, это свет даже тут есть. И что? И что это мне дало? И что это мне дало? Типа ничего, да? Я все собрал. А я могу в этой пещере поселиться или не? Или мне нужно сделать какие-то определенные вещи? Блин, надеюсь, тут никого сейчас не будет. Надеюсь, тут никого сейчас не будет. Черепа. Череп. В инвентаре доступна новая инструкция для изготовления. Мне нужно все черепа забирать. Ага, я не могу все забрать. Хорошо, веревку. А я подымусь потом. А я потом подымусь. Так. Не-не-не-не, возьми в руки топор, пожалуйста. Возьми в руки топор. Возьми в руки топор. Вы слышали, да, эти звуки? Кто-то рычал. Мистер Бабайка? А я тут не один, я тут с Кевином. А Кевин знает. Да ты шо? А Кевин кунг-фу знает. Ты ж бабайка, правильно? Ты ж плохой. Ой, наших бьют. Беги, Арчи. Арчи, беги. Беги, 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 беги. Зря, наверное, это сделал, да? Вы ж не обижаетесь на меня? Алло. Так, вы ж на меня не обижаетесь, я надеюсь. А что у нас с вами есть? Погоди. Мясо. Если я понямаю. Хорошо, я понямал. А если у нас с вами таблетки? Могу ли я вылечиться? Батончик. Давайте батончик скушаем. Погоди, 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 не кусай меня. Погоди, я занят. А как мне восстановить здоровье? Аптечек реально нету?
Не обманывай, не обманывай. Ну не обманывай, не надо. О, здорово. Говорится, не обманывай. Бля, сколько я здесь. Не, ребята, я пошел отсюда. Вы как хотите, но я отсюда пошел. Я не знаю, что там находится. Может, какие-то важные документы там находятся, но я отсюда пошел. Все, не хочу, не хочу, не хочу. Все, 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 все. Кевин, Кевин. Кевин, мы отсюда уходим. Их чересчур много. Их реально чересчур много. Блин, ты не представляешь, что там было. А ты где был вообще? Туда не ходи. Так, туда не ходи, пожалуйста. Так, коктейль Молотова. Ля, я могу сделать коктейль Молотова. А может мы вернемся? Может мы все-таки вернемся с вами, а? Как вы думаете? Бум, хорошо. Пойдемте сходим к ним обратно в гости. Так, Кевин, погоди. Погоди, я сейчас вернусь. Погоди, погоди, я сейчас вернусь. А ну, а ну. Сейчас, ребят, на секундочку я нажму. Вот так у вас звук пропадет, или не переживайте. Все сейчас вернется. Во, все, вернулось. Ну что, кто там на меня нападал? Зажмите L. А я могу не зажимать L, я могу так просто сделать. Ой! Что я сделал? Дурак, я выкинул бутылочку просто так. Хорошо, что у меня еще одна есть, ладно. Ладно, ладно. Сейчас, вторая попытка. Взять в руку, нажмите L. Ноша. Ноша. Кто там на меня камушками бросался? Бонжур. Да-да-да. Получи, падла. Не-не-не-не-не-не-не-не. Ты чего, ты чего, ты чего? Забежать хочешь? Даже не прикалывайся. Так, я могу эти штуки использовать. А чё ты все выбрасываешь? Чё ты все выбрасываешь, падла? Ты можешь его... А как его сделать так, чтобы оно его... Ага, все. Теперь понятно. На, получи. Так. Ага, страшно. Страшно, знаю, мне самому очково. Ладно, давайте все используем. Уже использовать так есть. Падла, нет, нет, не надо. Пожалуйста, не трогай меня. Я хороший. Я Кевина. А ты Кевина знаешь? Ты знаешь Кевина? Кто не знает Кевина? Кевина знает все. Здорово. Здорово. А ну, подошел сюда. Давай. Давай, 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 давай. Давай, падла. Давай, падла. Нет! Кевин! Меня камушками забили, серьезно? Меня серьезно забили камушками? У-у-у. Так, надеюсь, наш инвентарь целый. Сначала верните свой рюкзак. Ага. Быстрее, 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 быстрее. Быстрее, быстрее, быстрее. Так, берем в руки зажигалочку. Чекс. Кто это? Кто это делает? Ля, какая жижа. А ты кто? А ты кусаешься? Даже не хочу проверять. Блин, ребят, ну что, мы не справимся с этими мутантами. С
скажи, в начале серии, да, поздоровался со всеми, сказал здравствуйте. Давайте поиграем в игру про выживание. Построим всякую штуку интересную. Так, увеличить. Что это такое? Спасибо, что не перевели, да. Все, 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 брось, пожалуйста. Ну, брось каку. Алло. Нет, нет, возьми топор. Возьми гребаный топор. Не прикалывайся, пожалуйста, возьми топор. Алло. Почему ты не хочешь бросать? Нет, я хочу топор взять. Я хочу взять топор. Все. И зажигалку. Топор и зажигалку. Ага, тут строители спят. А давайте просто тогда пробежимся, посмотрим. Нет, 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 нет. Don't shoot, don't shoot. Don't shoot, don't shoot, don't shoot. Крестик. Что это такое? Это ноутбук? Могу взять? Меня камушком кидает. Меня камушком кидает. Изыдье. Изыдье. Изыдье, сказал. Ага. Страшно. Вот тут вот будешь знать. Как камушками бросаться, падла. Все, пошлите отсюда. Это явно, как говорится, тут недружелюбные соседи. Так, ага, 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 все. Идем, 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 выходим, 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 все. Кевин. Дружище, ты где? Блин, это же получается ночью они на меня будут нападать, правильно я понимаю? Кевин. Где Кевин? Кевин. Понятно, мы Кевина потеряли. Так, где Кевин? Кевин где-то тут. А. Здорово, мой друг. Знаешь, а ты не реагируешь? Не? Понял, ты не реагируешь. Хорошо, стой, 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 стой. Иди сюда, иди сюда. Иди за мной. Понял? Гривой махнишь, если ты понял. Изыди. Ладно, немножечко посерьезнее. Так, нужно покушать. Крыться, когда нервничаю, всегда кушаю. Так что давайте. Немножко понямаем. Идемте посмотрим, что нас тут ждет. Ля, мы даже плавать умеем. Прикольно, а я попить могу? Ой, как вкусно. Да ты что, я же сам пить захотел. Кевин? Ой, падла, он меня бесит. Крица, ты меня бесишь. Где ты? Нет, не отходи далеко. Так, давайте, наверное, возьмем топорик. Это, конечно, все хорошо, но я думаю, топорик будет немножко понадежнее. Что это за розовые точки? Что от меня они хотят? Идемте посмотрим. Ребят, где мне нужно строиться? В этой первой серии я явно не буду строиться. Я, наверное, выпущу ее. Посмотрю, как говорится, на отдачу. На комментарии. Где мне нужно строиться? В любом месте? Либо где-то в определенных, типа в этих розовых точках? Что это за бабайки? Зачем мне хрестик? Смогу я с помощью хрестика от них отбиваться, либо нет? Или лучше взять в руки топор? И что тут вообще происходит? Иди, Кевин. Блин, а что-то эта розовая точка показывается, как будто у нас она где-то в море, да? Правильно я понимаю? Давай, 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 Кевин. И стоит ли мне вообще искать сейчас трех этих, как его, потерявшихся наших друзей? Либо мне сначала нужно построить здесь забор, домик, выращивать какую-то еду, а потом уже идти на... Это что такое? Кто ты? Кто ты, чудовище? Ах ты, патла, а ну стоять. Стой, 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 стой. Ля, ля, что такое? Да ты, падла. Ой-ё, Кевин. Кевин, стреляй. А у тебя пистолет есть? Откуда? Ой, а нам конечная, да, походу?
Кевин, стреляй в них. Ага. Страшно. Сам в шоке. Кевин, ты не пальчиком показывай, а помогай, пожалуйста. Уходим, уходим, уходим. Кевин, беги. Просто беги. Все, 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 Кевин. Просто беги, я понял. Я понял. Я понял, нужно строить убежище, брать в руки копье, не знаю, что-то нужно брать. Блин, мне нужна палочка, и нужно сделать копье, потому что топориком я это все не сделаю. Мне, по-моему, 3 палочки нужно было, да, всего? Так, Кевин, побежали, побежали. Мне нужны 3 палочки, и теперь нужно где-то выбрать безопасное место. Почему эта розовая точка находится в море? Мне в море плыть придется, Алеша. Фу, блин, у меня аж в горле пересохло. Так, хорошо. Давайте. Давайте сделаем. По-моему, нам нужна палочка, да? Нам нужен вот ножик. Нужна изолента. И изготовить копье. И нужно 2 палочки. А где наши палочки находятся? В рюкзачке? Или у нас нет рюкзачка? Где наши палочки находятся? А, вот палочки находятся. Раз, два. И мы можем сейчас изготовить себе копье, правильно я понимаю? Да ты шоля какой. Ну все, теперь на расстоянии, в принципе, можем с ними драться, да? Да, Кевин? А я думал, ты там с пистолета стреляешь, и ты пальцем на них тыркал просто. Я говорю, Кевин, стреляй. А он просто стоит, показывает пальчиком. Так. Перепрыгнуть. Я так понимаю, это все еще пресная вода, правильно? Я тут же могу... Могу с нее попить, либо не могу. А могу ли я рыбку поймать? И ломается ли у меня это копье, либо нет. Могу я попить тебя, либо не могу. Либо ты уже не пресная вода. Блин, мне бы желательно строиться где-то возле ручья. Наверное. Так, где я могу пить воду? Ладно. Так, Кевин, пошли отсюда. Чё-то мне это все не нравится. Вот реально мне это все не нравится. Блин, просто если в лес бегать. Так, вон какая-то штука. Он вон там вдалеке. Не знаю, видно вам, не видно. Розовая. Может, мне туда сплавать нужно? Кевин, а ты плавать умеешь? Или какие там? Так, и желательно мне, наверное, обойти весь остров бы, да? Пока здесь у нас с вами... У нас же есть еда. Так, ага, лекарства. Давайте, наверное, выпьем лекарства. Что-то у меня ХП вообще мало. Во, классно. У нас с вами есть консерва. У нас с вами есть сухой завтрак. Отлично. Есть сухой паёк. Еда пока здесь у нас с вами есть. Изготовление дубинка. Факел. Факел. Нет, пока здесь мне не надо. Предлагаю просто, может, по острову, так по берегу пройтись и посмотреть. Или что вы скажете? Нужен ли мне плот, либо я смогу доплыть? И поплывет ли со мной Кевин? И если я сейчас на берегу лягу спать, будут ли эти бабайки приходить на меня охотятся? Ну, в принципе, у нас с вами есть уже копье. Я уже не боюсь. Близко они не подойдут уже ко мне, правильно ж? Так, это что такое? Откуда музыка играет? Тихо. Давай мне еще тут без всяких авторских прав. Так, ребят, если это музыка с авторскими правами, то в некоторый момент у нас будет с вами либо вырезанный фрагмент, либо без звука.
Крепление для пистолета. Ля, крепление для пистолета. Мы с вами сможем пехоль сделать, да? Так, Кевин, давай-ка, наверное, ты сделай костер, пожалуйста, мне. Не-не-не-не-не-не. Костер, костер, костер. Не. Не, не смотри так на меня. Мне нужен костер от тебя. Ну. Ну дай. Алло. Во. Сделай, пожалуйста, костер. И сделай, пожалуйста, нам укрытие. Давай, делай костер. Давай. Сделай, пожалуйста, нам костер. Наверное, мы с вами поспим. С утра сплаваем. Либо сейчас в темноте сплаваем. Я просто не знаю, нужно ли мне на каное плыть. Если тут вообще каное. И почему именно каное. Не знаю, короче. Так, а где Кевин? Кевин. Братиш, ты где? Кевин, давай. Нам нужен костерчик и нам нужно лечь поспать. Я сам укрытие сейчас делать не буду. Не хочу тратить свой материал, мало ли нам пригодится. Давай, Кевин. А ему можно как-то указывать, типа, я хочу построить, чтобы ты мне построил здесь костер или не? Или где я тебя остановил, там ты... О, спасибо. И давай, построй-ка ты нам, наверное, укрытие, да? Хотя я ничего не вижу. Так. Я ничего не вижу. Сделай. Так, что это такое? Блин, гребаная темнота. Во, по-моему, укрытие. Давай, строй укрытие, мы с вами поспим. И отправимся в плавание. Блин, еще гранат. А у меня же гранаты были, я мог взорвать их бабаек. Все, можем поспать, правильно я понимаю? Так, давайте поспим. Ну, я же нажимаю вроде, или не? А, не, не нажимаю. А сохранение назад, настройки выйти. Ага, сохранение у нас только через... Так, новое сохранение, название сохранения. Normal Days 1. Да, пусть будет, да. Да. Все, игра сохранена, правильно? Вы голодные. Понял, мы голодны, ребят. Давайте мясо скушаем. Давайте сырого мяса скушаем, хорошо. И выпить. Ой, вкусно. А ты куда баночку выкинул? Вдруг пригодится. Хорошо. Ля, бабосики нашли. Хорошо, давайте, наверное, скушаем сухой завтрак. Скушаем сухой завтрак. А, и все, типа, закончилось? Ну и ладно. И давай-ка мы с тобой... Так, Кевин. Так, построй, стой здесь. А может, стой в укрытии. А ну, хотя я его потом после укрытия не найду. Кевин, просто стой здесь. Надеюсь, ты о себе позаботишься. Так, а я поплыл. Если утону, то значит утону, правильно? Так, а я могу нырять? Да, могу нырять. Только это нам ничего не дает. Только это нам ничего не дало. Ну и ладушки. Так, плывем. Блин, прикольная игра. Я, в принципе, еще ничего не сделал, но мне уже нравится. Так. Главное сейчас не запотерять Кевина, потому что... Без него мне будет скучно. И, наверное, где-то, если я и буду строиться, то возле участка с водой, да? Так, GPS. Кто это? Нет, пожалуйста. Пожалуйста, залезь. Меня кто-то укусил.
быстрее. Так, что это такое? Мы раздобыли себе пушку. Так, ладно. Ладно. Паёк. Сигнальный огонь, зубная щетка. Ага, братиш, уже все, да? Это мы типа сюда ради пехоля приплывали, правильно я понимаю? Так, у нас крепление для пистолета. Так, соединить. Нет, соединить. Я хочу посмотреть, что это за крепление для пистолета. Давай попробуем объединить. Угу. И сюда мы типа сможем фонарик, да, какой-то повесить, правильно я понимаю? А здесь ничего не подходит больше. Здесь больше ничего не подходит. Ну и ладно, все. Нет, соединить хочу. Окей. Пиу. Ну, я предлагаю пушку не тратить. Дай мне руки GPS. Все, я, получается, правильно, я первого нашел. Мне еще осталось двоих найти. Но может мы перед тем, как мы будем искать двоих, нам просто построить убежище нужно или нет? Или смысл игры, чтобы найти двух этих челиков. Так. Ладно, поплыли. Кевин. Кевин, на меня акула, по-моему, охотится. Спасай. Так, давайте, наверное, поплывем к Кевину. На этом мы первую часть закончим. Я думаю, стоит закончить первую часть. Вторую пока не записывать не буду. Подожду, как говорится, ваши комментарии. Так что меня интересует, стоит ли мне искать сейчас двоих своих друзей оставшихся, либо стоит где-то в лесу возле пресной воды построить себе домик, построить себе забор, начать там выживание, а потом уже заниматься поисками. Или проще пойти по этим двумя розовым точкам. Что вы скажете? Ага. То есть мы можем черепаху добыть, да, себе? Только черепаха не хочет. Все, черепаха хочет. Отлично. Наверное, по-любому сможем сделать какую-то кастрюлю, да? Ой, фу. No. Ты сейчас же будешь делать какуле. Так, а нам какуле тут делать не надо, потому что у нас водички мало. Так что, ребят, ответьте мне на пару вопросиков. Стоит ли мне строить убежище и просто проходить игру как выживание с этим прекрасным нашим компаньоном Кевином. Так, Кевин, что ты? Следи за мной. Иди за мной, делай как я, окей? Все, умничка. Так что как-то так. Так, все, давайте сохраняться, наверное. И заканчивать на этом. Так, рюкзак. Дай рюкзак, пожалуйста. Не дашь. Ну и хорошо, ладно. Так, все. И как тут сохраниться? На Ешечку, да, можно сохраниться? Так. Название сохраненной игры. Да, перезаписали. Все, ребят, все мур-мур. Жду ответы в комментариях. Надеюсь, хотя бы один человек мне напишет, стоит ли мне начинать развивать, кажется, свои поселения, либо идти искать вот эти вот точки розовые. Так что все, всем пока-пока, да потом и мур-мур.